Привет! Сегодня у нас третий гайд по симрейсингу, в котором я расскажу про свой сетап, о том, какие я ошибки сделал, и помогу вам избежать в будущем, сэкономив энное количество времени и огромное количество денег. А пока мы не начали, хочу сказать отдельное спасибо всем, кто прокомментировал предыдущие гайды. Это позволяет мне развиваться и также развиваться канал. Спасибо. Итак, начнем с ПК. С чего начать? Какой компьютер взять? Ну, начнем с того, что смотря во что вы собираетесь катать. Если в ACC, в перспективе в AC EVO, если даже в AC с модами, она очень сильно ест видеопамять и мощность видеокарты, то вам компьютер, естественно, нужен посовременнее. Если iRacing и на синглскрине, возможно, и не стоит прям сильно заморачиваться. Но мы будем брать какие-то оптимальные характеристики. У меня 2070 Super. В целом, очень хорошая видеокарта. Сейчас вы мои настройки в ACC можете увидеть на своем экране. В среднем это высокие, средние, но это с учетом то, что я буду стримить. Когда я стримлю, производительность очень сильно проседает, и в целом в каких-то гонках на 24 человека могут быть какие-то просадки. Но тут одно но. У меня 150 Гц монитор, и я стараюсь где-то на 120 Гц держать, но иногда это исполняет и до там, 40 кадров может опустить производительность, поэтому я качество видео уменьшил, и мне его достаточно. Поэтому это однозначно 16 гигабайт оперативной памяти, SSD, плюс-минус нормальное охлаждение, чтобы в долгих там 3-4 часовых гонках у вас была какой-то запас по охлаждению, и видеокарта не меньше, чем 2070 Super. К мониторам здесь все индивидуально, есть три варианта развития событий. Первый — это синглскрин, который у вас есть. Просто первое время вкатывайтесь, почему бы нет, если это хотя бы 60 Гц, даже телевизор, можно довольно классную картинку на него вывести или обрезать даже изображение, играть как-то в окне, почему бы и нет. Если вы собираетесь покупать синглскрин, то не советую брать широкие экраны, какие-то там 20, там, к 10, я не знаю даже, вот. Вы сейчас увидите у себя на экране вот так вот. Это вот столько информации добавится с каждого края, если вы возьмете широкий монитор. Если возьмете сверхширокий, как у меня 32 к 9, это по сути два экрана. Это вот столько информации у вас добавится. Ну вот, постолько с каждой стороны. Это очень даже хорошо, во-первых. Во-вторых, вы можете увидеть сейчас на экране изображение, которое у меня, собственно, в ACC. Вот я вижу края автомобиля слева. Это, кстати, можно немного сдвинуть, но я для удобства просто вижу перед собой середину. И немножечко краев сбоку. Если вы сделаете triple screen, то вы видеть будете с каждого края еще стекло. То есть, в целом, здесь можно у меня поднажать какие-то кнопки и посмотреть в бока. Я, правда, уже забыл, какая у меня комбинация. То есть в бок надо, чтобы машину сбоку увидеть, нужно посмотреть. Это супер неудобно. Я почти этим не пользуюсь, потому что у вас как бы не сдвигается основной монитор, но сдвигается изображение, и можно потерять какую-то концентрацию и траекторию. Поэтому triple screen — это, конечно, круто. Но в triple screen я вам не советую брать Full HD мониторы, там какие-то даже изогнутые. Я советую хотя бы 2К брать, 2К и изогнутый дисплей. Если вы берете 2К дисплей, то это будет на 30% больше, чем этот 32 к 9, который у меня. И, соответственно, ну, мощность видеокарты нужна процентов на 30 больше. Поэтому видеокарту, конечно же, смотрите, во что вы будете играть и на каких экранах. Но поначалу хочу сказать, что есть ребята, которые 16 к 9 на обычном мониторе играют, и в целом очень даже неплохо. К дополнению к этому хочу сказать, что желательно иметь еще один экран, вот у меня вот здесь вот выше, его здесь не видно, потому что таймеры, телеметрии и прочая фигня периодически нужна, и поэтому вот экран Xiaomi за 6000 рублей и какое-то крепление DeXP за 1000 рублей в целом мне вообще за глаза хватает, большего и не нужно. Про ПК я еще хочу упомянуть, что вам нужно на материнской плате желательно
Одна плата расширения PCI X1, чтобы туда поставить еще больше USB разветвителей, потому что USB-шников нужно дофигища. У меня здесь SIM-винт, у меня E-Dash, у меня коробка и клавиатура, и мышь. Короче, я даже не знаю, сколько у меня USB-портов, но почти все заняты, и заняты плюс-минус нужными вещами. Следующее видео у нас будет уже непосредственно про симуляторы. О том, как вкатываться, как показывать результат, куда смотреть, что смотреть и так далее. Подписывайся, не пропускай. По рулям, базам и педалям. Педали у меня можете заметить SRP Lite, обычные педали, которые идут в комплекте с базой R5. Никакого прям супер жесткого тормоза, да, он тяжеловат, но не тяжелее остальных уж точно. Базовая вещь, которая тебе нужна, если у тебя деньги позволят купить более мощные педали, или ты катаешься там в картинге, уже в реальных гонках участвуешь, и ты хочешь заняться еще симрейсингом в дополнение к себе, к своим основным тренировкам, то советую, конечно же, рассмотреть педали с более тяжелым тормозом. Если у тебя будет возможность взять бандл сразу со сцеплением, также советую это сделать. Не всегда удобно, сцепление занимает лишнее место, вот тут хотелось бы его чуть подальше, а тормоз еще отвести, потому что я вот сижу вот так вот, и поэтому мне бы хотелось немного большего блока, но, к сожалению, это вот конфигурация не кокпита, а конкретно блока Мозы. Поэтому есть минус в этих педалях, такой, что педали немного вот подсведены. Поэтому как есть, так есть. По базе, база R5, самая базовая база, R3 не будем считать, вот R5 это минимум. Я, возможно, сейчас накликаю на себя хейтеров, потому что я не вижу смысла в 2020, уже скоро пятом году, покупать не Direct Drive базу. Direct Drive база – это, блин, база. Но тут есть, опять же, но. Если у тебя есть реальный автомобиль, там, дрифткар, раллийная машина, я не знаю, даже гонки GT ты уже едешь, то, конечно же, тебе стоит рассмотреть более сильную базу, потому что там совсем другие нагрузки на руль. Но здесь для новичка, тот, кто будет катать только симрейсинг, тут можно прифигеть тоже. Также R5 довольно мощная база, и в целом фидбэк очень классный, меня в целом устраивает. По мощности базы можно, по вариантам, другие базы можно взять, этот же руль сюда накинуть, например, если он тебе понравился, там, поставить, у многих рулей есть такая возможность, купить специальный бок синхронизации, запитать его, руль от специального кабеля, вставить бок синхронизации и все. Также на эту базу можно поставить другой руль, другой модели, другого производителя, если у него есть возможность запитаться от какой-нибудь другой базы синхронизации, почему нет, это также очень в целом вариативно и очень удобно. Внезапно вставка, ребят, я хочу сказать, что будущее видео зависит только от вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо. Также ты можешь взять себе дополнительно руль, поставить на него вот такой вот переходник, это оригинальный тойотовский руль ТРДшный, переходник от Мозы, это, к сожалению, мне продавец написал, что это оригинал, но это не оригинал. Стоит 1700 рублей, просто воткнул и все, и гоняешь в дрифт на нормальном размере руля. Так как мы уже внезапно подошли к теме рулей, скажу точно, что есть люди, которые на стандартном руле от Мозы едут очень хорошо в гонке GT. Не обязательно иметь какой-то форм-фактор специальный, вот как у меня там для GT. Нет, на самом деле можно ехать очень хорошо и стабильно, и на обычном руле. Там есть лепестки, этого хватает, там есть довольно достаточное количество кнопок. Да, они хоть и не подсвечиваются, это очень удобно и как-то не кастомизируются, как у меня. Но в целом плюс-минус их можно как-то подписать. Это раз, хотя они уже тут подписаны. Во-вторых, ну, можно какие-то стикеры приклеить. Во-вторых, плюс-минус кнопок достаточное количество, их можно как-то поставить. Тут и крестовина есть, в целом удобно. Плюс еще к этому можно поставить другую баранку и, скажем, квадратную. И в целом плюс-минус этого руля тебе очень-очень даже будет достаточно. Поэтому заморачиваться по поводу руля в начале своего пути я не вижу смысла. Есть смысл
просто-напросто взять себе баранку более удобную. Также можешь заметить, что я катаюсь в ботинках. Я, если что, создал на Reddit SAP, в котором я опрашивал людей, кто в чем катается, и все свелось к тому, что плюс-минус Puma такая же, например, как у Фотона или каких-то других блогеров, которые катаются плюс-минус, самый оптимальный вариант. Просто я не считаю, что нужно кататься в носках, нужно кататься босиком. Нет, этого не нужно делать, потому что если у тебя тормоз вообще будет 100 кг, ты босиком офигеешь, а в носке тем более. Плюс носок еще скользит, а тебе нужно понимать контакт постоянно, чтобы был один и тот же. Поэтому ботинки должны быть с жесткой стелькой, но при этом они должны быть подвижные и дышащие. Это на самом деле такой себе вариант. Я хотел снять отдельное видео, где обойду китайские рынки, куплю себе ботинки, но на самом деле я не нашел на китайке ни одного подходящего, ни одной подходящей модели, которая бы подошла под эти требования. Поэтому самый вариант — это пумовские ботинки, либо ботинки для бокса. Еще у них, кстати, должна быть круглая пятка, чтобы тебе можно было переводиться там, обязательно прям. Ну и пятка не должна быть поднята, потому что это все будет ломать твою геометрию. Если ты по какой-то причине резко будешь, покатаешься в носках, ты офигеешь, какая большая разница. Вроде как там сантиметр, но это много дает себе знать. И второе, про перчатки. У меня перчатки обычные, там какие-то велоперчатки, купленные давным-давно. Хоть и оригинальные, но ничего про них особого не скажу, просто удобные. Также считаю, что нужно кататься в перчатках. Это какой-то дополнительный промежуток, сцепление, амортизация. Это очень удобно. И тут, как бы, конечно, твой выбор. Ну, еще вдобавок кожу на руле, а она, блин, настоящая. Она как-то экономит. А если ты ездишь в Алькантаре, так она вообще будет мараться. Поэтому тут однозначно в перчатках. Давай перейдем к дополнительному оборудованию, не DIY, которого у меня огромное количество. Это первое. Это механическая коробка передач. У меня самая недорогая SimJack, за 5300 купил на Авито. Очень классная коробка, очень классное позиционирование, 7 передач, очень хорошо переключается, входит туда-сюда. Также можно из нее сделать секвенталку через небольшой переходник пластиковый. Плюс-минус все. Вот за 5000 это хороший продукт. Я не катаю в какие-то гонки, связанные там с переключением передач, особенно там 1.3, 1-4 или 5.1. То есть такие передачи я никогда не переключаю. У меня либо все на лепестках переключается, либо все переключается плюс-минус. В дрифт, в ралли даже плюс-минус. Я плюс-минус, опять же, переключаюсь и все. Поэтому если ты хочешь все взять что-нибудь дороже, если у тебя есть деньги, я считаю, что нужно смотреть в сторону секвентальной коробки, а в сторону там позиционной семьи там не вижу смысла. Поэтому коробка — это, конечно, хорошо, как бонус, но к покупке прям супер не обязательно. Однозначно обязательно, если ты едешь дрифт или ралли, как бы тут вопросов нет. Можешь заметить, также у меня ручник мозовский. Скажу так, по качеству вопросов нету. Качество очень хорошее, все из металла, все цельное, все выглядит очень даже ничего. Но по цене $140 за вот это чудо как бы дороговато. Если он стоить будет $80, там по скидке его урвешь, ну, может быть и да. Но отдавать за него такие деньги, ну, как бы это просто датчик, который внизу вот срабатывает, и все. И за это $140 я не могу сказать, что это хорошая цена. Да, у него есть какая-то вариативность, его можно по-другому поставить, его даже вертикально можно сделать. Но как бы я не скажу, что вот прям я горжусь этой покупкой. Но ручник и ручник. Перейдем к основному набору, так сказать, взаимодействия. Это клавиатура. Вот у меня тут клавиатура. И мышка. Тут есть одно. Однозначно всегда нужна. Это раз. Во-вторых, желательно Bluetooth. Потому что на металлических поверхностях 2,4 Гц может прерываться. Вот у меня тут Logitech 2,4 Гц и мышка. Button-box. Ты можешь сказать, что button-box мне нафиг не нужен. Я все выведу на руль. И ты будешь абсолютно прав.
пока ты не вкатишься. Потому что когда ты вкатишься, ты все нужные себе действия выведешь на руль. А какие-то редко используемые выведешь уже куда-то захочешь в другое место. А другого места нету. Поэтому надо тебе дворники нажать раз в 15 гонок. Вот на баттон-бокс их вывел. Надо тебе чат нажать, который нажимаешь там вообще раз в 30 гонок. Вот нажал чат. Поэтому баттон-бокс в принципе must have. На баттон-бокс, какой у меня DimSim, можешь посмотреть. Мой обзор также будет в описании. И я могу посоветовать этот баттон-бокс, потому что он супер выглядит интересно. Такой монолитный бокс. Классно собран в целом. Меня в нем все устраивает. Купил бы я какой-нибудь другой баттон-бокс. Да, я как сорока, я другой баттон-бокс я хочу. Я еще хочу здесь баттон-бокс. Мне их всегда не хватает. Я хочу музыку еще регулировать через баттон-бокс. Поэтому must-have, ну, я считаю must-have. Сейчас будет не реклама, потому что этот кокпит купил сам за собственные деньги. Делают ребята из фирмы SimArt. Это та вещь, которая меня радует уже полтора года, потому что я ее привез, в первый день собрал, там что-то 4 части прикрутил, уже все было закреплено, все болты, все какие-то пазы, все сделано, все нарезано. Все установил, и с этого момента там какие-то нажатия жесткие, какие-то тряски, какие-то удары. Без разницы, ему пофигу. Я в кокпит, бывает, залазю не через боку, а сверху. Это все держится, это не кренится, не ездит по полу, ничего вообще. Каких-то проблем не было. Если нужна была возможность поставить вот ручник, поставить коробку, дополнительно приобрел у них крепление, в те же крепления все уже зашло, все сразу прикрутилось, все окей. Крепление для клавиатуры, крепление для компа, все поставилась без каких-то проблем. Меня очень радует, что ребята, у них такой вот подход, есть огромное количество расширений под SimQ, под Fanatec, все заранее продумано, все нарезано, все круто. Покраска также, ничего не царапается, никаких повреждений, ну там пыль, да, вот вы у меня на блоке можете увидеть огромное количество пыли, она меня задолбала, она там садится постоянно, но как бы тут уже не в кокпите проблем, поэтому ссылка на магазин будет у меня в описании к этому видео. Также забыл сказать, что у ребят есть классные крепления для клавиатур, которые позволяют удобно их подвигать ближе, и крепление для трипл-скрина, поэтому смотрите, может что-то понравится, рекомендую чисто от сердца. Раз я уже упомянул DIY, перейдем к DIY. Видео по DIY будет у меня в описании, но скажу вкратце. Вот эта штука называется SimWind. Собрана мной, собирается несложно, будет видео с описанием, что, как и где делать. Очень классная вещь, особенно в гонках больше там, 25 минут. Во-первых, ты когда ускоряешься, оно дует сильнее. Ну, прикольная такая иммерсивность на самом деле. Во-вторых, оно тебя охлаждает, потому что на самом деле час едешь, жарко пипец. Как ты заметил, на педали тормоза у меня есть какая-то штука с красным проводком и в изоленте. Это вибромотор, бас-шейкер по сути. Очень классная вещь. Стоит копейки, там 2000 плюс какая-то звуковая карта за 200 рублей. Очень хорошо работает, никаких проблем не вызывает. Показывает, когда срабатывает ABS, педаль вибрирует. Если у тебя нет денег на дорогущие педали с каким-то активным откликом, это может быть стать альтернативой. В целом плюс-минус достаточно ощутимо. И можно также его вывести на другие какие-то вещи, поставить сбоку, под сидушкой, те же бас-шейкеры, но надо помощнее, там усилитель нужно ставить и так далее. В перспективе я хочу это сделать, единственное, что под кокпит придется положить ковер или коврик какой-нибудь, потому что соседи это точно будут слышать. Также здесь DIY не заканчивается, у меня здесь есть E-Dash, тоже сделан, собственно, мной, напечатано все на 3D принтере и прокинуто через SimHub. Очень большая вариативность различных дисплеев, различных вариантов отображения для любого симулятора, для любой машины, там можно найти от Audi до какие-то Формулы-1, Bentley и так далее, что угодно. Можно настраивать несложно, можно сказать бесплатно, если у тебя есть Android-смартфон. И, собственно, тоже по E-Dash'у будет отдельное видео, в чем его плюсы и как сделать так же.
потому что сделать довольно просто. С ковшами и с полуковшами тут может показаться все просто, но на самом деле не так. Если у вас нет возможности обменять его на другой или выбрать другого размера или вернуть деньги, не советую вам его покупать, потому что не всем подойдут полуковши, не всем подойдут ковши, не всем подойдут размерности. У ковшей есть размер M, S, L и так далее. И это ширина таза, ширина боков, так сказать, там, ребер и так далее. И не во все ковши ты просто залезешь. В некоторые ты залезешь, но через час тебе станет неудобно. Поэтому я, во-первых, советую их померить, во-вторых, брать полуковш. У полуковша можно порегулировать спинку. Да, здесь нет каких-то упоров, но в целом в симрейсинге они и не нужны. Да, здесь есть какая-то боковая поддержка, но погружения вот в этот ковш тут нету. Тут просто садишься, как в обычное там игровое кресло. Только оно, кстати, поудобнее игрового будет. Единственное, что я скажу, что дополнение к этому, ковш нужно брать крепление для... не только ковша и полуковша, нужно брать крепление, чтобы можно было его немного закинуть назад. Это первое. Второе, нужно брать салазки, потому что, да, салазки добавят тут столько высоты, но салазками можно, если вот ты ботинки другие одел или там босиком резко сел, чтобы подвинуть немного вперед, потому что это геометрию колена меняет, и будет намного удобней. И третье, скажу, что никогда, ни за что не берите реплику салазок Рикара, потому что там хоть она стоит 1200 рублей, но там хочется отдать кому-нибудь еще там 3000, чтобы он тебе их закрепил на кресле. Я не знаю, кто это проектировал, я не знаю, кто это делал, как бы Рикара делал, потом это просто реплика появилась, но это людей нужно запихивать в психушку, потому что, ну, это не сделано для того, чтобы получить от этого удовольствие. Это максимальный стресс, потому что я кокпит собирал 3 часа, а салазки крепил 4. Поэтому не советую вам брать эти салазки. Там есть другие варианты других салазок, поэтому рекомендую салазки не Рикара. Вот такой вот какой-то сетап получился. Если бы была бы у меня возможность обновляться, я, наверное, в первую очередь обновил бы педальный блок и базу. Сделал бы просто помощнее. Потом, наверное, бы обновил руль. Потому что руль — это больше такое средство взаимодействия, чем средство воздействия на тебя. В первую очередь ощущение от педали и от базы. Поэтому обновил бы их. Ручник, коробку использую редко. В то, что я катаю, она там, в принципе, не нужна. Можно, конечно, секвенталку сделать, но я этим как бы не пользуюсь. Если у тебя остались какие-то вопросы по моему оборудованию или я что-то забыл рассказать, обязательно их задавай в комментарии, я всем отвечаю. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, что досмотрел до конца. С тобой был Провальный. Пока!